Шчанюк уникальной для Беларуси породы Браку Итальяно по амянушцы Лепши стал одним из переможцев на международной выставе World Dog Show у Москве. Лепши разом со своей сестрой Лилит отримали узнагороды у номинациях Лепши Бэби Дня. Кіраўнік гадавальніка породы Алина Храстовская упершыню привезла итальянца у Беларусь 6 год тому. На одной из выстав закахалася у лагодные вочы, мякую поўсть и характер. И вырашила створить первую беларускую генерацию гэтых собак. Журы высоко оценили и экстерьер, и працоўныя якасці магілёўскіх итальянцаў. Оказалось, когда у нас появилась первая собака, что они отличные охотники, и мы стали заниматься рабочими качествами еще и охотой. Так получилось, что мы нашли себе идеальную собаку для жизни. Они очень хорошие компаньоны. Более того, из-за своего такого характера мягкого, они часто работают с собаками-терапевтами. Вот одного из щенка у нас в помет забрали именно в Россию, который будет работать с детками больными.